может сделать подготовленный человек против вооруженного пистолета? Нужно знать три фактора. Первый – это решение, сможете вы это сделать или нет. Второе – это скорость движения. И третье, скажу вам по секрету, даже профессионалы не советуют это делать. Но если выбора нет, то все возможно. Но возможно, все может получиться и вот так. У вас второго шанса не будет. Наблюдаем внимательно.